Когда человек делает архитектуру, он создает произведение искусства. Если же он не делает произведение искусства, то это уже не архитектура. Он просто строит здание. Вот если посмотреть на эту шишку, видно, как она росла, как формировалась. Все наши проекты были вдохновлены природными формами. В них есть плавность и органичность линий. Видна энергия природы, жизни. И в то же самое время мы не копируем слепо природные формы. Это всегда в некотором роде интерпретация, переосмысление. Это очень сложный объект. Во-первых, потому, что это был первый международный проект, который был сделан в этом городе. Он уникален в своем роде. Заказчик хотел, чтобы зал был гигантских размеров. Мы выполнили эту просьбу, так что на сегодняшний момент это самый большой в мире зал симфонической музыки. Этот концертный зал должен был вмещать такое количество мест, что фактически означало, внутри здания должно быть таких же размеров, что и снаружи. Но при этом нам хотелось, чтобы этот зал все-таки оставался уютным, ведь это место, где слушают музыку. Обратите внимание на потолок. Эта подвесная конструкция сделана таким образом, чтобы каждый такой лепесток отражал звук. А вот это черное узкое пространство наверху поглощает лишний звук. Вот эти кресла сделаны из специального материала. Вспомните, когда человек сидит в зале, его одежда как бы поглощает звук. Так вот, этот материал точно так же поглощает звук. В этой комнате мы работали над проектом концертного зала в Астане. Вот это прототип кресла, которые сейчас установлены в концертном зале. А это часть подвесного потолка, которая у нас осталась, пока мы разрабатывали этот проект. Я пошел в музей казахских музыкальных инструментов в Алмате. Я увидел все эти национальные казахские инструменты. Пока я бродил по музею, я заметил очаровательного музыканта, который играл на каком-то инструменте. Я не знал, что это. Я никогда такого не видел, не знал, как это называется, и спросил, что это. Он ответил, что это домбра. И вот же она. Это тоже домбра. Внутри этого пространства есть очень древние вещи. В качестве основы размера этого пространства я взял размеры площади Пантеона в Риме, которая является одним из самых древних мест в мире. И перед тем, как начать этот проект, я пошел на эту площадь, чтобы измерить ее. Когда вы находитесь на площади Пантеона, само здание Пантеона, оно как бы врывается в эту площадь, впереди стоящую. И я хотел привнести это ощущение в фойе нашего здания. И египетский обелиск на площади Пантеона нашел свое отражение в вертикальном элементе в виде винтовой лестницы нашего концертного зала. Эта аллюзия видна невооруженным глазом. Я попытался приблизить это пространство к нашим пьяццам, точнее жизни, которая кипит в этих местах, где люди встречаются, чтобы поговорить, посидеть в кафе, посмотреть на прохожих, витрины, где люди встречаются со своими друзьями. Такая социализация. Когда я первый раз приехал в Астану, помню, летел через Алма-Ату, пролетал над степью, и на меня это произвело большое впечатление, потому что, в принципе, это пейзаж, с которым я не знаком. С моей точки зрения, степь, она более драматична даже по сравнению с пустыней, потому что здесь тоже ничего нет, абсолютно ничего нет. Притом условия климатические довольно строгие, поэтому естественным желанием было сделать что-то такое, что-то красивое, благородное, скажем. Вот эти пространства, вот эти просторы. Сразу же в голове представляется, как посреди этой пустоты вырастает цветок – роза. Как только президент увидел проект, он тут же в него влюбился. Когда он приехал на представление этого проекта, он задал мне вопрос: «Что вы построите в Астане?» Я ответил: «Господин президент, я построю самое красивое здание в городе Астана». We'll be right back.
Неприятно работать в таком стремительно развивающемся городе, как Астана, быть частью этих изменений. Уникальность этого театра оперы и балета в том, что, несмотря на его классический стиль, внутри это технологически абсолютно современное здание. Мы взяли все лучшее из классического театра и исключили все его недостатки. Главная особенность театра – его потрясающая акустика. Это репетиционный балетный зал. Пол под уклоном 3%. Русская школа. Это режиссерская репетиционная. Здесь может располагаться оркестр. А здесь сцена. В театре два зала. Первый большой зал на 1250 мест. И есть зал для камерной музыки на 250 мест. У театра есть одна особенность – подвижная сцена 18 на 18 метров. Между прочим, это самая большая сцена и самый большой лифт в мире. Естественно. Мы проделали большую работу не только по строительству. Тщательно проработали техническое оснащение сцены. Звук, освещение, акустику. Материалы для строительства мы брали со всего мира. Для нас было важно привнести в декоративную отделку театра национальные мотивы, которые нашли свое отражение в казахском орнаменте. Для меня, для группы проектировщиков, это не просто художественный проект. Он рассматривался в комплексе с окружающей его средой, зданиями. Мы хотели, чтобы он гармонично сочетался с архитектурным пейзажем вокруг. Авторство самого проекта принадлежит президенту страны Нурсултану Назарбаеву. Группа архитекторов из Швейцарии, Италии и Германии разработала конечную техническую часть. У нас получился такой интернациональный коллектив. Стадион «Астана-Арена» – шестой в мире по величине. Построен в 2009 году. Авторство проекта принадлежит турецкому архитектурному бюро «Мелькан Гюзель энд Мурат Табанлиоглу». Стадион задумывался прежде всего как футбольный, поэтому крыша «Астана-Арена» раздвижная. Такое инженерное решение позволяет проводить мероприятия в любую погоду и сохранить зеленое покрытие футбольного поля. Помимо футбольных матчей, на стадионе планируют проводить спортивные соревнования, концерты. По всему периметру стадиона расположены два уровня трибун. Он вмещает 30 тысяч человек.